И новые данные о российской антитеррористической операции в Сирии сообщили в Министерстве обороны. За последние трое суток авиагруппа выполнила 169 вылетов. Уничтожено 484 объекта инфраструктуры террористов. Информацию о том, где находятся бандиты, передают в частности представители сирийской оппозиции. Перед нанесением ударов российские военные проверяют эти данные. Подтверждения получают из нескольких источников. В том числе используются беспилотники. Между тем, к российским военным, которые находятся на базе Хмеймим, снова приехали известные артисты. Хиты группы «Агата Кристи» исполнил Вадим Самойлов. Аудитория оказалась подготовленной. Офицеры хорошо знали тексты песен и подпевали в группе. Мы здесь оказались, потому что сердце давно уже просило сюда приехать. Потому что мы патриотически настроенные люди и считаем, что российская армия здесь по-настоящему отстаивает мир. Может быть, даже единственная армия в сегодняшнем мире, к сожалению, которая на самом деле борется за мир по-настоящему.